Шаль Папагена, связанная частичным вязанием. Эту шаль я нашла в блоге автора Сибил Р. Названа она в честь персонажа оперы Моцарта «Волшебная флейта Папагена». Очень она мне понравилась. Распространяется описание по бесплатной лицензии, и поэтому продавать описание и готовое изделие нельзя. Должна распространять она только бесплатно, с указанием ссылки на автора. Лучше использовать, конечно, пряжу секционного окрашивания, причем автор вязал из нора с длинными секциями, а я вязала вот из такой совсем короткой секции. Вторую шаль начала из акрила, там вообще принт, но очень красиво получается. Я просто в восторге. Попозже я о пряже расскажу. Одна из очень дорогой немецкой пряжи, вторая из акрила. Но акрил красивый, расцветка такая подходящая. Мне она так понравилась, что я начала вязать вторую. И в ролике будут фрагменты и одной, и второй шали. Но я думаю, вы не запутаетесь. Я даже начала показывать на акриле, потому что более толстая пряжа и там более понятно. Шаль я буду вязать из пряжи Степ фирмы Аустерман. Это германская фирма. Пряжа носочная, но она очень качественная, очень приятная. Такая шерсть, просто чудо. Ну, конечно, она дорогая. Мне ее предоставила на тестирование фирма Гела. Ссылку я расположу под роликом. Посмотрите, там очень много всякой пряжи качественной и вообще товаров для рукоделия в этой фирме. Удобные магазины. Можно заказать в магазине пряжи, и придет именно такая пряжа, которая вам нужна. Вязание шали начинается вот с этого фрагмента, с нижней части. Вот какая у меня получилась красота. Это уже постиранная шаль. Очень мягкая. Мне кажется, эта пряжа под модель подошла идеально, под этот рисунок. Такие, каждый листочек разный. Итак, начинаем вот с этой части, вот с этого первого листочка, потом идет второй слой листочков, третий и так далее. А еще конкретнее начинается вот с этих зубчиков. Я набрала на спице 88 петель и буду вязать кайму для первого листочка. Вязать я буду не по кругу, на всякий случай говорю. Так, первый ряд я привяжу просто лицевыми. И так далее до конца ряда. Я довязала ряд до конца и буду вывязывать зубчики. Первую петлю сниму. В начале и конце ряда должно быть по одной лицевой петле. И дальше зубчик формируется из трех петель и постепенно в три приема, поэтому вот три петли, прибавляется по одной петле. Ну, сейчас вы все увидите. Три петли я провязываю лицевыми. Дальше три петли провязываю вместе лицевой. Любым способом. Я провязываю их просто так вот за один прием. Дальше переношу эту петлю на левую спицу. И еще одну. Потому что мне нужно провязать снова три петли вместе. Подхватываю три петли и провязываю. Снова переношу две петли на левую спицу и снова провязываю.
я выполнила 3, 2 раза. Один раз вот просто 3 провязала, 2 раза подхватывала новые петли. И вот здесь у меня должна остаться 1 петля. Поэтому я эту операцию проведу еще раз. То есть провяжу еще раз 3 петли вместе лицевой. Вот у меня какой получился зубчик. Между зубчиками должно быть по 2 лицевые. 1 лицевая только в начале ряда, в начале и в конце. Поэтому я провяжу 2 петли лицевыми. Дальше 3 петли я провяжу лицевыми для зубчика. И начинаю вывязывать зубчик. Снова 3 петли вместе лицевой. Перекидываю петли на левую спицу. 3 петли вместе лицевой. Перекидываю на левую спицу. Снова 3 вместе лицевой. Так, и можно посмотреть, сколько у меня осталось. Вот эта петля к зубчику относится, и у меня 3 петли. Здесь должно быть 2. Поэтому я еще раз перекину петли и провяжу 3 вместе лицевой. Итак, у меня 2 зубчика, между ними 2 петли. И так продолжаю вязать дальше, пока не провяжу все петли. В конце ряда у меня должна остаться 1 лицевая петля. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой. Смотрю, сколько петель, 1 лишняя. То есть я ее еще должна тоже провязать. Ну и так далее. Вот такие аккуратные, интересные зубчики. Я провязала ряд до конца. У меня 8 зубчиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между зубчиками по 2 петли. И по краям по 1 петле. Следующий ряд я все провяжу лицевыми. Первый ряд, после того, как я связала зубчики, провяжу лицевыми. И в середину поставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель. Ставлю маркер и вяжу дальше 12 петель. Во втором ряду я свяжу 24 петли. Так. Вязать буду все лицевыми. Так, до конца ряда. Итак, я провязала 24 петли. Поворачиваю вязание. Сейчас я сниму эту петлю. Нитка у меня поверх лежит, вот как при изнаночном вязании. И потяну нитку. И у меня получится вот такая двойная петля. И вяжу дальше.
сейчас я свяжу 22 петли. То есть каждый раз я буду отступать по 2 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20, 21, 22. Я должна 22 провязать. Поворачиваю работу. Точно так же сниму петлю. Можно сразу ее так вот переводить, натягивать. Она у меня сдвоенная. И сейчас свяжу 20 петель. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот я не довязала 2 петли. Поворачиваю работу. Снова снимаю точно так же первую петлю, тяну нитку, чтобы у меня получилась двойная сдвоенная петля, и вяжу 18 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Снова у меня не довязано 2 петли. Поворачиваю работу. В этом ряду я провяжу 16 петель. Так, нитка поверх. Снимаю и натягиваю петлю, что она у меня становится сдвоенной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, так, 15 и 16. Снова 2 петли. Поворачиваю работу. Натягиваю нитку. 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14. Снова не довязала 2 петли. Сейчас я свяжу 12 петель. Снова снимаю петлю и натягиваю нитку. Раз, два, снимаю и натягиваю нитку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снова осталось 2 петли. В следующем ряду 8 петель. Снимаю и натягиваю нитку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. Поворачиваю работу. Вот видно, уже пол листочка почти. В этом ряду я должна связать 6. Снова поворачиваю, натягиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду я свяжу 5 петель. Так, натягиваю. 1, 2, 3, 4, 5. Это последний ряд убавок. Сейчас я буду двигаться к краям, то есть увеличивать количество петель в середине. Точно так же я снимаю петлю и натягиваю нить. 1, 2, 3, 4. Я должна провязать 6 петель. У меня сдвоенная петля, я ее подхватываю спицей так, чтобы здесь вот две вот эти дужки были, я их захватила, и здесь получается 2 дужки. Я их должна провязать все 5 и 6. Снова поворачиваю работу, и в следующем ряду у меня будет 8 петель. На повороте я точно так же снимаю петлю и натягиваю нитку. 1, 2, 3, 4, 5. 6-я у меня сдвоена. Я ее провязываю, чтобы захватить по 2 ниточки. 6. 7-я у меня тоже сдвоена. 7 и 8. И получается, что здесь вот никаких дырочек не видно, и все ровно и очень хорошо. Так, в следующем ряду 10 петель. Я снова снимаю, натягиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-я у меня сдвоенная. Я подхватываю 2 нитки. Здесь 2, 8. 9-я такая же. 9 и 10. Поворачиваю работу. Снимаю петлю и натягиваю нитку. 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-я сдвоенная, 11-я сдвоенная и 12-я обычная. Поворачиваю работу. Снова снимаю первую петлю, натягиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я думаю, сейчас уже понятно. В конце каждого этого ряда я уже прибавляю по 2 петли. Сдвоенная, еще одна сдвоенная и следующая. Ну и продолжаю до тех пор, пока не провяжу все петли. В последнем ряду я провязала уже все 24 петли. Я последний раз поверну работу и сниму петлю сдвоенной.
И этот ряд провяжу весь лицевыми. Один модуль, один листочек у меня готов, и буду вязать второй. Для этого я помещу маркер в начало ряда, вернее, в конец ряда, и наберу 44 петли. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и так далее. Я набрала 44 петли, и сейчас провяжу их так, провяжу их лицевыми. Первую петлю сниму, а дальше вяжу лицевыми. Так, ой. Раз, два, ну и так далее. Я провязала 11 петель лицевыми, ой, вернее, 43 петли лицевыми. 44-ю я провяжу за заднюю стенку, перенесу маркер и следующую тоже за заднюю стенку. Так, и еще 11 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Как раз до этого маркера. Все правильно. А дальше я повернула работу и снова провяжу 11 петель. Так. Эту я сниму также и натяну нитку, потому что на повороте получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и 12 вместе с той первой. Так, дальше я сняла маркер и буду вязать вот такие зубчики. Но у меня их будет меньше, потому что это половина листочка, и тут всего 44 петли набрано. Точно так же я свяжу одну лицевую, дальше 3 лицевых для листочка. Раз, два, три. 3 вместе лицевой. Перенесу 2 петли. И снова 3 вместе лицевой. Снова перенесу 2 петли и провяжу 3 вместе лицевой. Снова переношу петли. В последний раз у меня здесь одна петля остается. И 3 вместе лицевой. Получился очередной зубчик. Дальше 2 петли между зубчиками и 3 петли для следующего зубчика. Дальше вяжу 3 вместе лицевой. Возвращаю 2 петли на спицу и снова вяжу 3 вместе лицевой. Снова возвращаю
вяжу 3 вместе лицевой. Так, у меня должно остаться 2, поэтому я еще один раз возвращаю петли и провязываю вместе лицевой. Так до конца ряда. У меня должно получиться 4 зубчика. Зубчики я связала, поворачиваю работу, и сейчас я обозначу маркером лицевую сторону. Это нужно для того, чтобы не запутаться, в какую сторону нам вязать. Обычно мы вяжем справа налево, и поэтому сейчас я буду вязать вот здесь листочек, а потом здесь. Итак, я снимаю. Так, я просто сниму первую петлю и провяжу 24 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Так, дальше я поворачиваю работу и продолжаю вязать листочек. Первую петлю снимаю и натягиваю, и вяжу 24 петли. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. И дальше начинаю вязать укороченные ряды, как вот в базовом модуле. Сначала я провяжу 22. Здесь, кстати, с краю можно просто снять петлю, как обычно. Вернее, в начале этого ряда снимать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 2 петли оставляем, поворачиваем работу, снимаем петлю, натягиваем нитку, чтобы была такая сдвоенная петля. И вяжем дальше. В этом ряду 20 петель. Сейчас я уже все показывать весь листочек не буду, потому что он вяжется точно так же, как первый базовый. А дальше я покажу, как завершить второй листочек и перейти к третьему. Я довязала вот здесь до конца ряда. У меня в работе 22 петли. Я поверну работу. И раз начало ряда, то я сдвоенную петлю вязать не буду. Я просто сниму
петлю и буду вязать лицевыми петлями, где встретятся сдвоенные. Провяжу их так, чтобы петля была провязана тоже правильно, как я показывала. Так, вот как раз такая петля встретилась. Я ее провязываю, чтобы все были вот половинки провязаны. Так, дальше у меня обычная петля почему-то и сдвоенная. Я ее тоже провязываю. И дальше это у меня, не поворачиваю вязание, это у меня лицевая сторона, я буду вязать дальше. То есть провяжу вот эти петли лицевыми. Перекину маркер. Маркеры я не убираю. Они будут нужны на протяжении всей работы. И вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И даже у меня 13 получилось. Где-то я ошиблась. Вообще я вязала в какой-то мере по мотивам оригинала, потому что она переводная, и некоторые места были не очень понятны. Например, в начале я вот не поняла, откуда здесь вот в самом начале взялась 25-я петля. Но смысл очень простой. Мы набираем 24 петли, и отступая от края по 2 петли, постепенно доходим до 5 петель, а затем идет расширение. Я снова ставлю маркер и наберу 44 петли, чтобы закончить вот этот вот слой, в котором будет 2 листочка. И так далее, и свяжу точно такой же листочек. Вот я связала очередные зубчики для продолжения, и сейчас буду вязать вот на этих петлях следующий листочек. Вот на этих петлях этот маркер у меня будет в середине. И вот я связала второй листочек, дошла до конца ряда. Сейчас я прикреплю вот этот маркер, который показывает у меня лицевую сторону на противоположную часть. Сейчас лицевая сторона у меня будет вот эта, потому что я буду вязать по направлению снова справа налево. И у меня будет, вот если считать это первым слоем, это второй, то будет третий слой. В каждом слое будет прибавляться по одному листочку. То есть здесь вот свяжу листочек, здесь вот в середине и с краю. И сейчас мне снова нужно набрать 44 петли для каймы. Я снова ставлю маркер. Это будет середина следующего листочка. И набираю 44 петли. Ну и так далее. И так буду вязать на высоту, вернее, высота, ширина, которая мне будет нужна. Так, я вяжу новый ряд. Вот один уже листок связала. И получается, что в конце каждого ряда вот эту кайму я вяжу 2 раза. Один раз, чтобы завершить ряд.
вот этот листочек и второй раз, чтобы начать новый ряд. Видите, здесь вот уже вот это листочек от следующего слоя. Сейчас я буду вязать вот на этих петлях вот этот средний листочек, а затем снова с краю. Хочу подробнее пояснить, для чего нужен маркер, который обозначает лицевой ряд. Вот сейчас у меня перерыв был в вязании, я взяла свое полотно и куда мне дальше вязать. Или, допустим, ряды абсолютно одинаковые, в том смысле, что вяжутся платочной вязкой. И сложно определить, в каком направлении вязать. И поэтому вот этот маркер позволяет не ошибиться. Если у меня лицевая сторона, то я вяжу, как всегда, справа налево. То есть я должна двигаться вот сюда. Я связала вот этот листочек, фрагмент. И буду вязать дальше вот здесь. Вот фрагмент. А это значит, что я провяжу вот эту часть до этого маркера. Дальше вот эту часть. И вот видите, у меня дальше идет скос. Вот если так вот посмотреть, здесь вот листочки, ряд листочков. Вот это один ряд листочков. Видите, он полный. Раз, два, три, четыре. И дальше пять. Вот этот ряд листочков полный. А вот этот ряд я вяжу только раз, два, три. А дальше, видите, обрыв. Можно, конечно, еще и так сориентироваться. Я просто довязала вот этот листочек. И сейчас буду вязать. У меня средняя часть листочка должна быть как бы во впадинке. Вот видите, здесь вот впадинка. То есть я должна довязать вот до сюда. И листочек у меня будет таким образом вот здесь расположен. Вот сейчас я разложила полотно ровно. Попробую еще объяснить. Я связала последний вот этот листок. Здесь у меня лицевой ряд. Да и так видно, что здесь вот не довязано. Сейчас я должна... Вот как у меня выглядит. Сейчас я должна провязать вот эти петли. И вот тоже вот эти вязать я буду вот на этих петлях. И вот смотрите, когда вот здесь вот углубление, и будет такой вот тоже листочек. Когда я его свяжу, он будет наравне вот с этими. То есть вот эту часть я должна тоже просто провязать и дойти до этого листочка. Я провяжу вот эту часть, она у меня будет тоже такая вот выпуклая. И в следующем ряду у меня листочек будет вот здесь, нижняя часть. И вот здесь, здесь вот тоже видно вот эта вот нижняя часть следующего листочка. Я буду вязать его вот на этих петлях. Точно так же, как вот видите здесь. Как они вот все расположены. Но это произойдет уже после того, как я полностью довяжу листочки этого ряда, который вяжу сейчас. И так продвигаться до конца. Постепенно. Получается так, что в конце я два раза должна провязать вот эту кайму.
я довяжу, вот смотрите, здесь вот, вот этот листочек, вот он у меня будет здесь. И у меня останется вот такой кусочек для половины листка. Поэтому я должна набрать 44 петли, связать кайму и буду вязать вот на этих петлях. А дальше, чтобы у меня был еще такой листочек, я должна опять же набрать 44 петли и связать вот такой листочек. Я довязываю очередной ряд. Вот у меня их уже много, таких вот фрагментов в ряду. И чтобы довязать последний листочек, последний раппорт, мне нужно было связать сначала кайму вот эту. Видите, вот здесь вот будет расположен листочек. А вот листочки в этом ряду. И этот будет у меня последний. Каждый раз перед тем, как я набираю петли, по 44 петли для каймы, я ставлю маркер. Этот маркер у меня потом обозначает середину листочка. Сначала нижнюю часть, потом он поднимается. И все эти маркеры я оставляю. Они могут быть не обязательно такими красивыми, как у меня. Можно просто булавками, можно отрезки пряжи какой-то. Но маркеры должны быть, так удобнее. И вот сейчас у меня пока маркер, который обозначает лицевой ряд, здесь. Я довязываю ряд и переношу маркер на другую сторону. Сейчас у меня лицевая сторона, не лицевой ряд даже, а лицевая сторона будет здесь. И я буду двигаться снова справа налево. Я связала последний листочек в этом ряду. Видите, ряд у меня идет. Сейчас поставлю маркер и наберу 44 петли для каймы и для следующего листочка, вернее, для половинки. Ну и так далее. Я набрала петли, связала кайму и буду вязать первый листочек, который располагается вот так, вот на этих петлях. Буду его вязать. Это у меня получится первый листочек нового ряда. Я проверяю, чтобы у меня маркер, обозначающий лицевую сторону, стоял на этой стороне. И буду вязать справа налево, двигаться. Вот это у меня первый листок. На половинке вот этих петель. Вот до этого маркера и вот эти петли. Дальше эту часть вот пропускаю. Так. Дохожу до этой точки. И следующий смотрю, где у меня получается как углубление. Вот эти вот листочки выпирают. А вот это будет как углубление. И вот на этих петлях я буду вязать следующий листочек. И так далее. Вот такая получается красота. Нитки удивительно подходят для этой, для этого рисунка. Эту шаль можно связать любого размера. Рисунок, кстати, двухсторонний, потому что это платочная вязка, совершенно одинаковый с обеих сторон. Я связала вот от начального фрагмента, от начального листочка 7 таких листочков вверх. Можно связать больше. Если пряжа толстая, можно связать меньше. Это зависит от вашего желания. Я немножечко ошиблась с выбором спиц. Пряжа у меня степ
от Аустерман. И вот я вязала спицами номер 2. Это у меня получилось достаточно плотно. Можно было более рыхло шаль связать. Такая получилась небольшая. Но ее зато удобно будет надевать под верхнюю одежду зимой. И вот сейчас я довязала последний ряд и буду выравнивать край. Я довязала ряд, вязала как обычно. Так, я, как уже говорила, маркеры оставляла. Они нужны постоянно. И вот когда довязывала окончание ряда, я снова набрала 44 петли, связала кайму и связала вот такой последний листочек. Потому что, вот смотрите, этот уровень заканчивается этим листочком, этот уровень заканчивается этим листочком. Поэтому мне нужно было набрать еще один фрагмент и провязать. Сейчас я буду выравнивать. То есть я буду вязать половину раппорта. Вот смотрите, вот здесь я должна вязать очередной листочек, вот от этого маркера до этого. Здесь у меня выскочил маркер на середине. Но я свяжу его только первую половину. И таким образом у меня вот здесь вот выровняется. И точно так же все остальные по всему ряду. Так, я сейчас довяжу до первого маркера. Продолжаю вязать, собственно говоря, так же, как и вязала. Как я бы начала вязать следующий ряд. Вот этот листочек, только не до конца. Кстати, я убрала маркер, который показывает лицевую сторону. Если честно, я уже ориентируюсь без этого маркера, потому что тут уже видно. Смотрю, вот эти ряды, ну, как бы на одной линии, значит, я иду в ту сторону. Я даже не знаю, как это лучше объяснить, но вы, думаю, когда начнете вязать, тоже поймете. Вяжу точно так же, как вязала. Раз, два, три. Так, ну-ка сейчас проверю себя. Да, я вот от этого маркера, когда повернула вязание, от этого маркера и до этого маркера. Этот хвостик я уже оставляю. Я не довязала 2 петли. Поворачиваю работу. На повороте выполняю такую вот двойную петлю. Натягиваю нитку. Чтобы не было дырочки. И вяжу снова. Маркер в середине я пропускаю. Кстати, я думаю, его можно снять уже. И буду вязать просто от маркера до маркера. Он у меня в дальнейшем не понадобится. Это последний ряд. Последний слой фрагментов. Так. Я не довязала, одну лишнюю связала. Не довязываю снова 2 петли, поворачиваю работу.
и вяжу снова. Подхватываю рабочую нить, это рабочая нить, вернее, сверху. И вяжу дальше. Итак, до тех пор, пока в середине между вот этими двойными петлями у меня не останется 5 петель. Вот в центре у меня осталось 5 петель. Видите, такой листочек небольшой. И край выровнялся. Вот эта часть выровнялась. Сейчас я поверну вязание. Снова петли у меня пусть будет сдвоена, потому что у меня тут поворот все-таки. И буду вязать до следующего такого фрагмента. Так. Сдвоенные петли провязываю вот за две вот эти половинки. Беру. И получается вот так незаметно. Вот видно, что петли это сдвоено. Провязываю ее. Вяжу дальше. Так, вот у меня фрагмент связан, выровнен. Сейчас буду выравнивать вот этот отрезок. Вот эту, вот этот маркер я уберу, чтобы не мешался. А вязать буду между вот этими маркерами. Точно так же поворотными рядами, как вязала здесь. И так далее до конца ряда. Так, этот я пока оставлю. Я убрала маркер в середине. Одну петлю оставляю. Поворачиваю вязание и снова не довяжу до этого маркера две петли. И буду так продвигаться постепенно, как вязала предыдущий фрагмент. Я выровняла верх по всей шали. Вот видно здесь половинки раппортов. И в конце уже не надвязывала больше. Закончила вот на этом. Потому что вот он идет ряд. Здесь закончила и больше ничего вязать не нужно. Сейчас покажу второй конец шали. Вот он точно такой же. Здесь последний листочек. И здесь половинка. Здесь вот с голубым соединяется, поэтому не так ярко выражено. И сейчас я провяжу ряд. Так, лицевой гладью, вернее, сейчас я провяжу ряд лицевыми петлями и в следующем ряду закрою все петли. Шаль будет готова. Сейчас уже нечего, собственно говоря, показывать. К сожалению, это всего лишь акрил. Шаль будет не теплая, но очень красивый и очень подошел под этот узор. Ализе Шакирим Юниор. Вот не знаю, 412 этот цвет или что. Вот такой красивый. На эту шаль у меня ушло 140 грамм пряжи степ. Получилась такая уютная, необычная, красивая шаль. Спасибо модельеру. Сколько уйдет пряжи на вот следующую шалку из акрила, я не знаю. Потом, если терпения хватит довязать, то покажу и скажу вам, расскажу.
Надеюсь, что она вам тоже понравилась, и вы свяжете себе такую.